это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра, чайки, печеньки подготовили и погнали. Сегодня с вами посмотрим игру, которую нам добавили по подписке Xbox Game Pass Ultimate. И эта игра называется Stacking. Так, смотрим о игре. Это игра по обратной совместимости, видимо, от Xbox 360. Весит это все, благо, 1 килограмм 600 грамм увидели. Посмотрим в сториях дальше еще, что у нас есть. Экшен и приключения. Возможно, будет чисто на английском языке, потому что ничего здесь не подсказано. Так, какой-то Xbox Live есть. Смотрите, вот что здесь. Так, матрёны, матрёхи, матрёка. Сейчас с вами замутим первый запуск и конкретненько все узнаем. Слушайте, ну неплохо выглядит на картинках, я так хочу сказать. Не сказал бы, что это 360-й бокс. Сказал бы Xbox One вообще спокойно. Нету оценочек, ничего у нас. Все, давайте первый запуск и посмотрим. Также, ребята, девочки, если вы хотите купить любую игру из Xbox Store, либо хотите купить Xbox Game Pass Ultimate по самой выгодной цене, залетайте первую ссылку в описании, либо в закрепленном комментарии. Магазин наш называется Xbox Store Dreams. Там все быстро, красиво и надежно. Полетели. Так, у нас пока что все на ангельском языке. Чуть что, я не мастер спорта по английскому языку. И просто попробуем. Сеттинги, что у нас? Визуал, камера и аудио. То есть тут даже нету нету нифига. Ну давайте старт гейм и просто посмотрим, что это такое. Нажмите X. Нажал X. Далеко-далеко висели красные шторы. И собака летала от броска моей жены, а это все папа. Слушай, папа, Digital Round готов драться с тобой на крови по последним законам маджахедов. Hey! Я не буду никому рвать пузяку, сори. Я хочу просто выпить молочный коктейль фамильной ценности. Ты чего, папа, хочешь кушать? Все папы хотят кушать. Поэтому, пожалуйста, монстром будь, моя супруга, рвани и поставь чайник, а потом коктейль молочный организуй. Я буду переодевать шляпу. Спустя время все матрешки могут пройти через эту дверцу. Будьте любезны и осторожны, чтобы не порвались ваши животы. Сразу же батя вернулся, он надел маску какого-то дьявола. Черт побери его, сынова, он здесь и готов играть Бэтмена, злого парня. Какого-то не крысу, а мыши дробиловского попугая. Извините, мазер, это все какой-то fucking батер. Так, у нас здесь все работает. Копченый и дикая ловушка под названием X тебе в глаза. Так, тут 30 FPS. Не чувствую 60. Нету 60. Можно прыгать. Смотрите, я дикий матрёновский человек. Пока что просто бегаю. Учитывая, что игра... игра у нас Xbox 360-го поколения достаточно все дуже добро выглядит. Так, пойдем на следующую. Си. Осторожно, возможно, битва на голых кулаках до крови, последней потери пульса. Пожалуйста, останови пульсацию моей вены, говорит. Возьми вот эту непонятную сковородку. Это легко, ребенок. Сейчас возьму и разнесу твои лоскуты. Пожалуйста, остановите этого дерзкого переводчика английского языка, чтобы не переводил все как не надо.
Они говорят мне: «Hey, brother, меня не интересуют ваши пожелания. Я просто буду диким матрёном и переводить все так, как мне удумается». Going to win. Пожалуйста, ничего не рассказывай страйкерам, потому что сталкеры близко. Эй, пацаны, можно меньше диалогов? Я уже устал переводить. Осторожно, ходят бородатые пацаны с разными видами стрижек. Бакенбард, переходящие в усы, либо просто уши. Эти пацаны носят красные одеяния с костюмами и представляют для нас какую-то опасность, судя по всему. И тут мы возвращаемся в Дикий Лондон. Год непонятно какой. Это почти как Assassin's Creed Syndicate. Вот эти пацаны стоят здесь в красных своих одеяниях. И чтобы никто не думал, что здесь происходит, я быстренько рвану и разузнаю, что здесь и как. Кепочка на мне. Я запрыгну у тебя. Нажимая Игрика, попадаю в дядика. Ха-ха, это прям как шахматы сложить, раз, два, три, четыре, тыц. Вы видали, как могу, я хожу ту-ду-ду-ду. Все-то, короче, мы можем тут находить смешного. Brother Hood, здоров. Я хочу с тобой побазарить, мне нужен срочный старт за линию горизонта. Понял? Кыш. Да не будет он базарить. Я готов. Поговори, пожалуйста, с леди. Ты, мистер в ужасном цвете. Я в тебя запрыгну, ты будешь моя девочка. Смотрите, я ворвался в его жизнь нежданно и воткнул в него реальность. После этого имеешь такое лицо. Ты попал на подлеца. А чё надо, братва? Чё нужно? Разговаривают. Ну, поговорите. Смотри, видишь, я его... забрал его душу. Ключа, шо? Опа, слушай, парень, я придумал. Мне нужно ворваться в человека ключа и открыть дверь. Правильно это работает? Пожалуйста, please open door. Unlock. Все, готов. Короче, играется это достаточно весело. Непонятная какая-то игра, но интересно. Жаль, что на английском, но придется вникать в геймплей и интуитивный английский язык для меня. Если вы знаете, то вам будет проще. Смотрите, выглядит прикольно. Какая-то невообразимая чертовщина. Ладно, с вами был Сереж Федорок, канал Федораков Геймс. Игруха прикольная, конечно. Я, естественно, ее удалил, вот так вот вам скажу. Но потому что у меня хватает во что играть, не успеваю так нифига проходить. Еще для вас тем также вот. Все, на этом заканчиваю. Целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Балдейте, кайфуйте, играйте в хорошие игры и с большим настроением. Пускай у вас будет счастье.